Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, наверное, мы сейчас дальше пойдем куда-то искать какие-то алтари. Кстати, в предыдущей серии мы нашли алтарь. Вот он тут в зимнем биоме. Нашли для Артикуна, то есть... Уже не нужно нам тратить 2 стака алмазов, чтобы купить себе алтарь, и мы уже сможем заспавнить Артикуна. Ребят, я в курсе, что тут вот еще один алтарь, вот тут он. А может еще где-то еще и третий есть, фиг его знает. Но, как мне очень внимательные люди писали, охренеть, как ты не увидел алтарь, ты пропустил алтарь Артикуна, что сейчас делать? Да, в принципе, ребята, пофиг, я знаю, что там алтарь, и что я его, можно сказать, пропустил, но какая разница? Один алтарь у нас есть. Зачем я дождь выключил? Ну, ладно, уже не знаю. Ну, допустим, был там... Чё это залагало? Так, давай-ка ты спать. Ну, был там алтарь, ну и все, что был, да был. Зачем нам еще один алтарь? Есть у нас алтарь для... Для Артикуна, и все. Может, там еще 100 алтарей будет, если мы будем дальше куда-то продолжать туда летать. Может, там и 200 будет. Ну ладно, если, например, 100 алтарей. Мы же не будем себе спавнить 100 Артикуна только потому, что мы нашли 100 алтарей, да? Мы заспавним одного Артикуна, и все. У нас будет Артикуна, нам больше не нужно будет еще 99. Поэтому будет там алтарь еще один или нет, это... Неважно. Выключим мы, ребята, шейдеры, так как мы сейчас будем летать. Я, кстати, прокачал Арчопса, дал ему 2 раркенди, у нас было 80, я дал 2, сейчас 6, чтобы прокачать Арчина в Арчопса и потопать дальше куда-то летать, потому что мы, в принципе, летать не могли, да, на Арчине. А вот сейчас уже на Арчопсе можем. И шейдеры я выключил, потому что, чтобы не глючило, да? Зачем я сюда прибежал? А... Ну, может, вот, чтобы вот это все попродавать, да? Может, у нас тут есть что-то. Фиг его знает. Так как, чтобы немного хотя бы очистить инвентарь, что тут у нас еще есть? Так. Это можно продать, да. А в сумочке у нас есть. Камень эволюции, значит, это мы все продали. Сейчас вот сюда. Отлично. Так. Ну что, ребята, потопали мы дальше, наверное, летать. То есть мне говорили, что алтарь Забдуса спавнится в саванне. Но не тут саванне. Нам нужно, наверное, новую территорию какую-то открывать. Там, где еще мы не были. Вот тут, например, да. Если там, например, будет саванна. Потому что версия-то обновилась, да, и на той территории, где мы уже были, мир не обновился, а, наверное, обновился только там, где мы еще не были. Поэтому, ребята, нам нужно лететь куда-то туда, мне так кажется. И также Молтрес спавнится, мне сказали, в глиняном биоме. Но... Ладно, но его еще найти нужно, чтобы найти глиняный биом, это, ну, грубо говоря, не очень таки просто, да? Я, кстати, ребята, немного еще уменьшил вот эту дальность, так как мы сейчас будем летать, открывать новую территорию и может глючить, а, в принципе, нам это не нужно. Да, не нужно нам смотреть, куда мы летим, так как мы на карте видим, где-то может шайник, где-то может босс, диглет, нет, нет, не диглет. Так, вот он. Кто там у нас? Ага, значит... Нет, значит... Не пропадай там, босик, не надо пропадать. Сейчас мы вот так, чтобы первого гравлита. Иди сюда, не надо убегать. Я хороший, я тебя не убью, а просто пожму тебе лапу твою. Так, ну давай. Ух, ну давай тогда электривай. 50-й уровень, ни хрена себе. Нет, не он, а Эмпулион. Так. Вот, нормально. И еще раз. Два алмазика. Так, сейчас, ребята, давайте-ка мы вот это быстренько сюда сложим. То, что нам сейчас не нужно. То, что нам сейчас, в принципе, нафиг не нужно. Так, чтобы просто-напросто не засорять наш инвентарь, да? Ой, да, хотел на Граулита. На Граулите полететь. Так, Арчопс, давай-ка ты. Сейчас, ребята.
Так, ну полетели, я думаю, куда-то в эту... Нет, не в эту, а в эту. Да, так там, так как там мы еще не открыли, и там ближе к всему путь к той территории, где мы еще не были. Поэтому, ребята, летим мы туда, чтобы хотя бы немного разнообразить, чтобы не только сидеть на острове и там прокачивать наших покемонов, сидеть одну серию, две, три, пока мы не прокачаем нашу команду. Ладно, мы там первую и вторую команду прокачивали охренеть как долго, потому что мы не были на острове, мы были где-то... Ну вот, обычно вот так летали и прокачивались на покемонах боссов, да? А вот сейчас, когда... А мы опять вернулись на остров, как было в предыдущем сезоне, где мы просто нереально быстро прокачивались на острове. То мы опять вернулись на остров и опять очень быстро мы там начали прокачиваться. И сейчас мы прокачиваемся, не знаю за сколько серий, а где-то за 2-3 серии у нас уже практически прокачанная команда. Что в принципе нормально, но 3 серии подряд сидеть, чтобы прокачивать одну команду, тоже как-то не очень. Так. На всякий случай, может сейчас где-то кто-то да заспавнится тут. У нас же еще даже маткипа нету. Поэтому полетели. Так, я вообще туда лечу. Да, туда лечу. А, в принципе, ребята, нам еще нужно найти хотя бы тот же биом, где может заспавниться Райкваза. Это Sunflower Plains, да. То есть не обычные равнины, а какие-то равнины там с подсолнухами, если так. Переводите, если так подумать, да, Sunflower это как бы солнечный там цветок, подсолнухи, можно и так сказать. Так что, ребята, нужно нам там будет еще поискать вот такой биом, а он, в принципе, спавнится, как я помню, где-то в океане, около островков, есть такие небольшие острова, где там подсолнухи и все такое. Так, поэтому, если найдем, тоже будет замечательно. То, в принципе, тоже нам на руку, потому что если найдем этот биом, мы уже будем знать, что... Что там тоже можно уже будет поохотиться на Райквазу. Почему оно так медленно регенится, я не представляю. Вроде FPS до хрена и памяти не жрет, но... Видите, оно так регенится, как бы сначала быстро, по чуть-чуть, потом вообще вот так медленно, медленно, потом опять быстро так... загенерируется, да, и... Потом опять вот так медленно, 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 даже на карте видно, что так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом пфф, Айвизаур. Вот сейчас вообще медленно вот это генерируется. Как это не генерируется? Ну, хрен его знает. Ну, как-то вот так, да? О, деревня. А вот иногда вот так прям бьф, вперед, что сразу вся карта заспавнилась, Как это генерировать это здоровье, регенить здоровье, хрен его знает. Я забыл слово, как это называется, ребята. Когда карта спавнится и... Как это называется? Когда она вот так... На глазах просто-напросто идет вот это появляется, да, то есть мы там еще не были, открываем новую территорию. И хрен его знает, я забыл слово, ребята, прикиньте. Как это называется? А, на языку прям. Ну, хрен его знает, честно. Забыл. Ну, да ладно. Потом, если вспомню. Как это называется? Это что у нас тут? Desert Hills, да? Desert Hills. Так, там у нас... О, это у нас Диглет. Нет, Арно. С одной сферы. Тоже в этом. В шахте. Нидоран Мейл. Так, сейчас это выключим, это слезим. Давайте Электривайра. Да не туда, не сюда, а вот сюда. Залазим в ультрабольчик. Попытаемся. Нидоран Фемейл, не ломайся, а залезай сразу. Быстренько. Твою. Левел был я хотел кинуть. Точно. У нас же Электривайр 50 уровень против 13-го. Более-менее.
Мне так кажется. Вот отлично, ребята. Словили мы еще одного нидоран. Еще одного, как бы, еще одного. Еще одного шани, но не еще одного нидоран мейла. Так. Ну что, ребята, смотрим на карту. Нет, не смотрим. А, так, покеспаун. Син. Как он там? Синдаквил. Синдаквил. Или торчик. Нет, синда. Хотя фиг его знает. Ну, раз мы уже пролетели болото, и уже нам не нужно маткипа, поищем мы Синдаквила. Как раз смотрим на карту, ребята, пишем, где я что пропущу. Алтарь, потому что писали, что алтарь для Забдоса спавнится в саванне. Поэтому, ребята, смотрим мы на карту. Смотрим на карту и смотрим, нету ли где-то Синдаквила. Я его, кстати, правильно, ну, в принципе, правильно. И смотрим, нету ли его где-то. Почему оно так медленно, вот это, хрен его знает. А может, если наоборот увеличит, то... Да, вот так быстрее даже. Ну, понятно, то есть дальше обзор, и оно вот так быстрее... Генерирует, нет, не генерирует, опять, не могу вспомнить это слово, сдуреть можно. Ну, сама суть, что как бы быстрее вот это все. Так, ну да ладно, пофиг. Летим мы дальше. Смотрим, так, это, тут мы ни хрена не пропустили. Да вроде нет, это у нас кто? Эконс. Ну, давайте тоже за Эконсом. Фига ли, пару лишних шапочек каких-то не помешают, да? Так, давайте тогда... Нет, Гроулитушка, нападай! Вот, отлично. И давай Эмпулеона. Нет, ну... Не нужен нам Эмпулеона. Давай, ну, Тартеру попробуем. Пофиг, как-то да убьем, мне так кажется. Ну, отлично. Так, Хардстоун. Ух, нифига себе что-то. Ух, Арбок, ты прям, у тебя кипит там все, так напасть хочешь, да, но не можешь, потому что я на покемоне сижу. Да хоры меня толкать! Сейчас я тебе сам нападу. Прям не терпится, да, никак. Что, ребята, летим, я не знаю, в какую сторону, туда нету смысла, так как мы вернемся, тогда давайте дальше. Да, вот куда-то вот сюда, да? Нет, вот сюда. Летим мы дальше открывать саванну. Вдруг, алтарчик какой-то, или тот же Синдаквил, или тот же Турчик. Фиг его знает, посмотрим. Так как сейчас, ребята, нам... Ну, хотя бы нужно в саванне немного побыть. Вдруг что-то найдем, вдруг нет, но нужно посмотреть. А вдруг даже еще глиняный биом найдем. Ну, это уже как там повезет. Или как оно там заспавнится, вот это все, да? Ну вот как раз, если саванну нашли, то тут охренеть, как долго ее будет, то есть... Она если спавнится, то спавнится просто нереально. Какой величины, да? Что-то немного, конечно, приглючивает, я не знаю почему, но... То, что спавнится территория. Так как памяти вообще даже до половины толком не доходит. Так, ну что, смотрим, ничего мы не пропустили. Там горы, но горы это такое. Да, думаю, что нет, поэтому летим дальше. Ща. Извиняюсь, что-то горло, фиг его знает. Так, ну что, дальше давайте, ребята. Полетели, так, что за Басяндра? Гроулит. Так, давай-ка ты Гроулит на Гроулита, и Гроулита мы убьем. Охренеть, и их тоже, если спавнится, то ты такими кучами, что... давай Эмпулеон. Вот, еще раз. Отлично. Три алмазика, нормально. Нормально. Синдаквил, что-то ты никак... Турчик.
Может, ты не такой, а может, быстрее заспавнишься. Так, тут уже пустыня пошла, поэтому немного мы поворачиваем направо. Посмотрим, что тут у нас есть. Да тут то же самое, саванна, и она уже, в принципе, кончает. Так, это что за босс? Босс. Зубат. Или нет? Зубат, да. Но он, походу, он в земле, поэтому... В землю рыться мы... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Чуть я не пропустил сокровищницу, да? А на карте... Нет, видно ее на карте, но... Сдалека не очень так. Так, тогда слазим. И потопали. Да прыгай ты, чё ты никак не можешь попасть туда? Не нажимай на плиту, не нужно. Но золото. Так, чё? А, вот. Ну... Что тут еще может быть, кроме вот этого, да? Кроме... Ну, кроме золота и кроме вот этих косточек, что тут еще может быть толкового? Ну, да ладно. Так, потопали мы дальше. Это сейчас вот сюда. Поднимемся. Быстренько. Так, еще вот это у нас тут есть, еще вот это у нас тут есть. И пошли мы дальше. А так, от... Твою мать! Только поднялись и опять упали. Ну. Ладно, давай-ка опять поднимаемся. Главное опять не упасть. Так. Ага, чуть-чуть опять не упал. Как бы нам отсюда выбраться? Оу, не надо бить. Не надо бить. Вот, отлично. Хотя бы выбрались. Так, это выкинуть. Это тоже выкинуть. Вызываем Арчопса. Там у нас опять боссик какой-то. Чё за босс? Джиодуд, но он... Я так думаю... А, нет. Я думал, он пропал, но он не пропал. Я не знаю... Нет, вот он. Я думал, он в земле, но он не в земле. Так. Ну да попади ты уже... Вот, отлично. Хрен его знает. Во, отлично. Так, вылечим. И полетим дальше, ребят. Это такая серия путешествия небольшое. Нам, говорю, сейчас нужно... Или может один алтарь найти, или хотя бы торчика Синдаквила. А еще лучше... Глиняный биом, потому что он нам, если честно, очень нужен. Это единственный биом, которого у нас еще не хватает. Мы уже даже грибной нашли, а вот этот не нашли. Ни хрена себе. А, ну, в принципе, шахта обычная. Уже все нашли, то есть все биомы, которые есть, мы уже... Которые вообще есть, да, мы уже нашли. Вот глиняный пока что еще вообще никак не нашли. А вот там как раз тот же багон спавнится, что, в принципе, офигенно. Но его еще нужно найти. А как он спавнится, это, можно сказать, уже заметно, как он спавнится. Глиняный биом. Точнее, офигеть как, не очень он спавнится. Но зато сейчас у нас есть немного времени, чтобы поискать алтарчик, который может быть в саванне. Может быть. А тут что у нас? Конец? В том смысле, что океан начинается. И нам сейчас через него нужно куда-то пролетать. Да не падай, не падай, не падай, не падай, не падай в воду. А то опять взлетать нужно будет. Или плыть к острову, чтобы на тебя сесть опять. Ух, вот этот... Этот спаун биомов, это, конечно... Они же это все поправили. То есть, смотрите, саванна сейчас спаунится только около... только около вот этого. Возле пустыни. Она не может там заспауниться возле
ну не знаю, возле там зимнего биома или еще где-то. У, ни хрена себе, сколько вас этих киограф спавнится, это сдуреть можно. Где бы тебя еще увидеть, а то ты такой... Вот я тебя вижу, не убежишь, не убежишь. Вот. Иди ты. Иди ты. Да. Ладно, нету смысла. Я просто хотел увидеть, не шайни ли он. А то знаете, ну хрен его знает, то есть... То есть дело такое... Друг не друг, но шайни может и заспавниться. Сколько уже их заспавнилось, поэтому тоже иногда нужно смотреть. Вдруг шайни, да, мы пропустим. Ну на карте я не знаю почему, видите, оно так показывается, как будто мы ищем легенду. То есть вот этим зеленым. Еще и вокруг показывается, что оно как бы шайни, да, но мы же его не ищем, мы же торчика ищем. И это не шайни. Ну, наверное, для того сделано, чтобы получше разглядеть, если что, да? То есть, чтобы вот легенда, не пропусти! Лучше бы так Гроудон спавнился, как вот Кёгр. Потому что Гроудон что-то ни хрена не спавнится, хотя мы только над пустынями и лазаем, можно и так сказать. Так, ну что тут есть? Ладно, ничего. Сколько мы летаем над пустынями, а Гроудон, можно сказать, не спавнится, вот Desert Hills. А вот Кёрги, вот эти, Кёгры, да, охренеть просто как много. И то мы, можно сказать, возле океана летаем. И качаемся мы, в принципе, тоже возле него, но, как видите, их реально очень много. Так, и давай электривайр. Как раз тебе уровень набьешь, да? Ну, отлично. 1, 2, ну, 4 алмаза, если вот это все продать. Точнее, ашабот там был. А вот это зачем, я никогда не понимал. То есть тут нифига нету. Ну, может просто для украшения, да? То есть такой... Небольшое украшение в пустыне. Потому что тут нифига нету. Самуротишка там. Ух, ребят, я даже не знаю, куда нам лететь, честное слово. Мы уже столько облетали, что это тоже, можно сказать, по чуть-чуть будет над... Чё за босс там? Это тоже можно сказать, что по чуть-чуть будет надоедать, если мы, конечно, вот так очень много будем летать в поиске там... какого-то биома, да, но все же он нам нужен, поэтому... Поэтому нужно его искать. Ух, ни хрена себе. Ну давай Зороарк, может ты, если не умрешь. Отлично. Так, вылечим. Ну, я, ребята, вообще не представляю, куда нам лететь. Ну, давайте сюда, может еще. Фиг его знает. Еще немного полетаем, дойдем мы домой уже. Что нам делать? Летать вот так тоже как-то не очень большая охота, только летать. О, вот этот гуд, да ни хрена себе! Я такой смотрю, о, еще один босс заспавнился, вот еще один Кёгр, а это Гроудоша. Не умирай, я спасу, мы на помощь. Офигеть, я аж так заорал прям, охренеть как. Чё ты, Heavy Bolt, залазь в Heavy Bolt, ты же жирнушка, Гроудоша. Залазь. Да не, в принципе, а, ни хрена на себе. Не, в принципе, его и так нужно будет мастерболом ловить, но давайте попробуем. Да не, нет смысла, мастерболы, ладно, такое дело, то есть... То есть пофиг, да, если у нас куча мастерболов, чё бы не словить, ну как куча, 3 штуки, но мы можем купить. Охренеть, я так аж не знаю, ребята, как это сказать.
прям охренел, да, я такой смотрю, я даже не читал надпись, да, вот такой в чате, и лечу, и только посмотрел, опять надпись появилась там, Pixelmon, Legendary has spawned, и все, я просто так глаза уже отвел, я дальше не читаю. Потом такой думаю, опять Кьогр заспавнился, мы же сейчас возле океана, да? Опять заспавнился, просто такой, а потом так глазком посмотрел, там не пишет океан, а пишет Desert Hill. Все такое, нихрена себе, сразу такой обернулся, и там Грудоша. Ну вот вообще охрененно, ребята. Искали алтарь, нашли Грудона. Еще лучше, можно сказать. Граудона мы же купить не можем, а алтарь на всякий случай, если мы его не найдем, то в том случае мы его сможем купить. Но вообще охрененно, что мы его хотя бы нашли. То есть, говорю, ребята, искали алтарь, не нашли. Искали глиняный биом, не нашли. Но зато нашли Кьюорга, что можно сказать. Ну, какого Кьюорга? Не, ну, Кьюорга мы тоже нашли, да, то есть, ну... Ловить его не было смысла. А также мы, ребята, еще нашли Грудона. О, и Торчика нашли. Торчика. Это кто у нас? Он же, да, записанный? Да. Офигенно. Вообще серия получилась такая нормальная. Да, и Торчик, и Кьогр, которого, в принципе, нам не нужно. Но ладно, пускай он там был, да, где-то. Иди-ка ты сюда. Еще и Граудона нашли. Ну иди ты сюда, не пропадай только. Во, отлично. И залазь-ка ты в левел болт. Зашибись, ребята. Граудон, Торчик, вообще охрененно. Фу! Ну, это уже хотя бы радует то, что у нас есть Граудон. А если у нас есть Граудон, то нам осталось только Райкваза, которую, в принципе, нужно найти биом где-то Sunflower Hills, да? Ну, и Мьюту, ну, Мьюту это такое, да, то есть что нам остается? Нам остается сделать клон-машину для Мью, которая у нас уже есть. И все. Сделать. Потом... Клонировать Мью, сделать Мьюту, и у нас уже, ребята, все легендарные. Но, как я говорю, ребята, нам еще осталась Райкваза, которую, в принципе, нужно будет тоже поискать. Нормально, мне так кажется. Потому что Райквазой, да, может в предыдущих сериях она охренеть как спавнилась по 30 штук, да. Ну, это баг какой-то был. Но все же, даже если без бага, она там... Это что, опять сокровищница или мне кажется? Опять. Офигеть, еще и две сокровищницы, ребята, мы нашли. Ну, говорю, если в предыдущих версиях Райкваза более-менее так нормально спавнилась, то сейчас... А, нет, мы тут уже были. Тут... А, да, я же вспомнил, мы же тут уже были. Так, а где мы тут вылазили, вот это я не помню. Ну да ладно, что нам, хотя в принципе где-то сейчас мы тут вылезем, что нам с нашей лопаткой и нашей киркой, да, тут копать за секунду, выкопаем вот это все. Так, в принципе, ребята, давайте-ка мы уже домой возвращаться, что нам дальше бегать, если мы Граудона нашли. Так. Так, полетели, точнее уже тпхнулись. Чё я выкинул случайно? Главное подобрать обратно. Так. Это да твою ж, вот что я хотел. Грудоша, покажись. Где ты? В четвертом, вот он. Офигенно, офигенно. Так, вылечим тоже его. А то он бился там об стенку, да? Ох, какой громила, да? Так. О, ты чё? Ты куда? Вот реально, нереально большой покемон. Это, наверное, ну да, самый большой, который только есть на данный момент. Гигант, Годзилла просто, реально Годзилла. Да. Ну, давайте, ребята, ставим его обратно.
И, наверное, на этом уже можно заканчивать эту серию. Офигеть! Еще один легендарный и не еще один Мью. Ну, как бы еще один Кёгр, да, но все же. Плюс к тому еще один и Гроудон. Это уже офигенно. Так, ладно, он, походу, где-то там... А, нет, вот он. Вот тоже большой какой-то. Так. 91 уровень. Ни хрена себе. Ну, чем-то, кем-то другим его нужно. Давайте электривайром попробуем. Твою ж. Ух, что-то он как-то сейчас нас, мне так кажется... Попробуем. Если не убьет, то будет нормально. О! Охренеть, сколько с него всякого выпало. Что бы нам сейчас подобрать, чтобы выкинуть. Это, да, в принципе, это тоже можно, это тоже можно, это тоже можно, орб тоже можно. Что еще можно? А ничего. У нас же есть... Это выкинуть, это выкинуть, это выкинуть. А все тогда, да? Больше ничего там нету, да. Так, ну что, ребята? Давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки. Не забываем, ребята, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Сейчас давайте еще вот этого айконца убьем. Где-то он тут. Где-то тут. Так. Ну иди-ка ты сюда. Отлично. Ну давайте. Ни хрена себе, сколько там боссов еще заспаунилось на карте. Только посмотрела, там еще двое. Да что бы нам поскладывать-то? Ну хотя вот это все можно, да? А где это все выпало? А вот он. Так. Ну давайте посмотрим. Тут Сикинг, тут Старли. Старли летает, поэтому ее догонять будет сложнее, чем просто сейчас Сикинга найти вот тут где-то и убить. Фух, офигеть. А, он уже пропал. Все, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.